Жительница улицы Красная Луг Екатерина Беркетова пришла к главе города, чтобы решить проблему установки индивидуального контейнера для ТБО около дома. Большой общий контейнер на улице есть, но он находится очень далеко. Я его куплю. Я за него буду платить. А проблема в подъезде машин для сбора индивидуальных контейнеров. Как вариант, заместитель главы по ЖКХ Ольга Михайлова предложила отсыпать и сделать площадку под установку еще одного большого контейнера. У нас как предложение именно вырезать там деревья, кусты, вырезать, отсыпать площадку, немножко поднять ее и установить большой контейнер. Давайте на месте встретимся с заявителем. Вы без заявителя туда не ездите, она, может быть, покажет дорогу. Улица, где узкая улица? Там не узкая улица. Я говорю, у меня нормальный проезд. Буквально завтра такая трехсторонняя встреча заявительницы, представители администрации городского округа и организации, занимающейся вывозом ТБО, должна состояться. А Анна Трофимова обратилась с вопросом сноса аварийного жилья и предоставления муниципального жилья. Дом с 2011 года находится в аварийном состоянии. Специалисты жилищного отдела рассказали заявительнице алгоритм решения проблемы. В рамках личного приема Евгений Викторович выслушал все обращения и взял решение вопросов под личный контроль. Такие приемы, они однозначно нужны, потому что жители приходят на прием со своими проблемами. Со своими чаяниями. Есть жители, вот сегодня у нас были на приеме по установке частного контейнера. Она готова установить, она не знает, где его купить и как его купить, и по оформлению подъездных путей. Сейчас было дано разъяснение, как установить контейнер, куда оплачивать за вывозку твердых бытовых отходов. Было все разъяснено, вопрос снят. Ей установят, конечно, контейнер. Второй вопрос был по сносу ветхого жилья. Ну, здесь пришли тоже люди, у них муниципальное жилье, которое подходит под снос, которое подходит под ветхое жилье. И алгоритм действий жителей мы тоже здесь сегодня объяснили. Мы стараемся помочь каждому человеку, но есть и такие проблемы, которые мы в силу законодательства мы не можем им помочь. Мы не можем нарушить законодательство, потому что это требует каких-то нарушений. Администрация, конечно, действует в соответствии с действующим законодательством. Напомним, что личные приемы граждан в администрации городского округа проводятся на регулярной основе и позволяют помочь в решении конкретных проблем. Глава Ленинско-Кузнецкого Евгений Никитин проводит личный прием еженедельно. Записаться на прием можно в отделе писем и приема граждан или по телефону 7 11 70. Галина Ильина, Ариа, Ленинск.